Если он такой пиздорез был, ебать его в рот. Чё? Самый ебанутый день нахуй за все время, пока я здесь. Самый, сука, тяжелый и страшный нахуй. В 5 Что там? утра начали, прикинь, нашу посадку, где мы спим. Прямо возле нас, как начали грады, нахуй. Бум, 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 бум. Это просто пизда, Леха, была вообще. Это просто пизда, нахуй. Прям рядом с моим, нахуй, окопом, где я сплю, как начали разрываться нахуй грады. Охуеть. Потом поехали на огневую, блядь, ее доделывать. Приезжаем, копаем нахуй окопы. Приезжают две или три самоходки. Ага. Да, сука, птичка считала нахуй. А у нас ковш копает, там большие окопы копают ковш. А так человеческие. Человеческие окопы. Ну, для себя я всегда сам копаю вручную. Ага. Там уебанцы копает. Кош нахуй птичка считала, как начал нахуй за 152-кой накладывать. Мы нахуй еле ноги унесли, в убежище сидим. Сейчас просидели, командир говорит, пошлите нахуй снова, типа туда что надо идти доделать. Приходим, как начали нахуй нас петушить из двух орудий. Ёб твою дивизию. Мы кое-как нахуй съебались оттуда. Мы просто, Ну блядь, так унесли контроль, контроль от вас уже выкупили, вам надо съебывать оттуда нахуй. Да и, блядь, я ему сразу сказал, все, нахуй, они нас читали, хули, вот сейчас мы туда пойдем. Нам пизда, ебаный, вроде бы, мы сейчас туда пойдем. Ну что, теперь не идти, что ли, первый раз, что ли, обстреливают? Нас так начали, нас огнем, мы нахуй съебывали оттуда пешком, нахуй, нас сопровождали огнем. Короче, минут 40 нас просто там петушили по-жесткому, нахуй. Пиздец, у них контрбатарейная война, дикая. Нихуя у вас там лупило. Ты че, это пиздец, это целый день вот такая хуйня. Нахуй. Это, блядь, это не передать, это просто нахуй не передать, это артиллерия, это ебанутая нахуй вообще, конечно. Вообще, блядь. Угу. Хуй знает. О, с той стороны разрывы слышу. Рады нахуй прилетели. И слышу, вся вот эта блядство ебаная, как это пережить, не знаю. Вообще не знаю, как такое выжить хотя бы, блядь.